Среди подводных охотников сложилось твердое убеждение: если приехать на Нижнюю Волгу, без рыбы не останешься. Но найти рыбу и взять трофей – это не одно и то же. Раскатная часть Нижней Волги – уникальное природное образование. Таких мест в нашей стране, да и во всем мире, не так уж много. Благодаря своему географическому положению и уникальным климатическим условиям, Нижняя Волга, в том числе раскаты, обладают самой большой рыбопродуктивностью среди всех пресных водоемов России. То есть рыба здесь растет быстро, и ее очень много, но и мест, где может спрятаться рыба от человека, предостаточно. Еще один фактор, который привлекает большую армию подводных охотников, помимо количества рыбы, это способность водной растительности очищать воду от взвесей, приносящей Волгой. Если в самой реке видимость часто просто отсутствует, то, выходя на просторы раскатов, прозрачность местами может достигать 5 и более метров. Немаловажен еще тот факт, что на раскатах в летнее время довольно комфортные условия для подводной охоты. Это в основном небольшая глубина и теплая вода. Правда, всегда можно найти ереки и протоки, где глубина достигает 8-9 метров. Казалось бы, все так просто. Приехал, нырнул и взял рыбу. Но на практике всегда получается иначе. Каждый раз, приезжая на раскат, и задаешь себе один и тот же вопрос – а где сейчас рыба? И каждый раз, чтобы найти трофей, тратится довольно много времени и сил. Для начала надо найти чистую воду. Хотя направление поиска обычно известно, если вы бывали здесь не раз. Но каждый раз как будто все начинаешь с белого листа. Мало того, даже если сегодня здесь нашлась вода с приемлемой прозрачностью, это совсем не значит, что завтра здесь же она будет такая же чистая. Поменялся ветер, и направление основных течений на раскатах может измениться в считанные часы. При этом вместо того, чтобы очищать воду, водные растения сбрасывают с себя накопившиеся частички мусора, и прозрачность падает прямо на глаза. Летняя теплая вода делает большинство рыб активными. Многие из них ищут корм все светлое время суток, а некоторые активны и ночью. Но активность рыб выражается не только в поиске пищи, она также в это время года более осторожна. И скорее заметит приближающегося охотника, нежели увидит ее человек. У каждого вида есть свои предпочтения в том или ином месте и в то или иное время года. По косвенным признакам можно судить о присутствии определенной рыбы. Например, вот такие ямы
с разгрызенными ракушками на дне говорят о том, что здесь питался сазан. Но отсутствие мути на дне, скорее всего, указывает на то, что это было давно. Может быть, это было ночью, а сейчас он отошел в другое, более спокойное или кормное место. А вот такое густое облако мути на дне ярко свидетельствует, что здесь происходит или совсем недавно происходила пирушка каких-то рыб. Нередко такие завесы создает стая кормящегося карася. Серебряный карась во многом схож как в поведении, так и в образе жизни со своим старшим братом сазаном. Но это не мудрено, ведь оба вида из одного семейства карповые. Часто серебряного карася неправильно называют буфало. К рыбе из семейства чукучановых серебряный карась не имеет никакого отношения. Некоторое внешнее сходство, конечно, есть, но если приглядеться, то скорее настоящий буфало похож на сазана, чем на карася. У всех видов буфало первые лучи спинного плавника обычно бывают очень длинными. Откуда пришло это неправильное название и почему так укрепилось в народе? Действительно, в 70-х годах в низовье Волги проводились эксперименты по вселению трех североамериканских видов буфало. Но они так и не прижились. Во всяком случае, ни одного достоверного сведения о поимке настоящего буфало в наших водах нет. Зато примерно в эти же годы в низовьях Волги произошла вспышка численности серебряного карася. Как и почему это произошло, можно лишь догадываться, ведь по сути это тоже вселенец, только из Юго-Восточной Азии. В начале 16 века из Китая в Европу были привезены аквариумные золотые рыбки. Это не что иное, как декоративная форма серебряного карася. Впоследствии они были выпущены в естественные водоемы Европы, откуда и пошли победоносно завоевывать новые территории. А мы, по сути, являемся свидетелями марша победителя. Основным признаком принадлежности рыбы к виду серебряный карась является мощная колючка в спинном плавнике. Как известно, у сазана есть такая же колючка. Если вам все же удалось взять рыбу, внешне схожей с нашим сазаном или карасем, но без колючки в спинном плавнике, то не исключено, что это будет настоящий буфало. Такое событие стоит запечатлеть и отметить. Но вернемся к нашим сазанам. Рассматривать его биологию и строение, скорее всего, не имеет смысла, поскольку эта рыба не нуждается в рекламе. А вот немного разобраться в поведении сазана в то или иное время года не помешает.
На самих раскатах поиск сазана сводится к прочесыванию территории, в основном вокруг Камышовых островов. Нравятся ему такие заросли тем, что он может быстро ретироваться в случае опасности в непролазной чаще. А также всегда есть спасительная прохлада от палящего солнца. Хотя эта рыба теплолюбива, но солнечный удар тоже получать не хочется. Здесь же находят себе приют и другие виды рыб. Если нет желания продираться сквозь камышовые гущи в поисках сазана и ползать по мелководью, можно выйти на просторы многочисленных проток и речек. Как уже говорилось выше, сазан, как и многие другие рыбы, в летнее время очень активен, поэтому его можно встретить практически в любом месте протоки. Но у него, конечно, есть излюбленные места. Это в первую очередь ямы. Здесь можно встретить как мелких сазанчиков, так и крупных сазанов. Хотя считается, что сазан не любит проточной воды. Встреча с ним в летнее время часто происходит именно там, где есть хоть какое-то движение воды. Для охоты на сазана в таких местах можно применять две тактики – это активный поиск и залежка. Но для начала все же стоит определить перспективные места. Один из самых главных признаков такого места – это слияние двух и более струй в одном месте. Назвать это речками или ручьями на раскатах нельзя, потому как нет явно очерченных берегов, но это место можно найти по промытым ямам и течению. Сазаны могут ходить как в основном потоке воды, так и в мелководном притоке. Можно зайти и осмотреть такой приток. Обычно они не бывают очень длинными. Ближе к основному руслу встречаются интересные ямки и крыши, где может быть рыба. Но через несколько десятков метров такой ручеек постепенно мелеет, и нужно возвращаться обратно. Выскакивает эта рыба, как всегда, неожиданно, когда ее уже совсем не ждешь.
Считается, что сазан, дорастая до больших размеров от 5 килограммов и больше, становится непугливым. Здесь можно сделать такую оговорку: как и все люди имеют разный характер, так и каждый сазан, да и, впрочем, любая другая рыба имеют свое, только ей присущее, индивидуальное поведение. Один сазан, даже большой, может умчаться прочь, лишь завидев подводного охотника. А другой, даже маленький, заинтересуется, кто же это такой ворвался в его родной дом и может подойти посмотреть на человека практически в упор. Любопытство сазанов тоже бывает разным, и у каждой рыбы он проявляется по-своему. Обычно после того, как сазан подошел ближе и рассмотрел человека, он пускается на утек. Теперь встречи с ним уже не жди. Но иногда его интерес бывает не до конца исчерпан, и сазан делает новый заход на человека. Правда, дистанцию рыба держит в таких случаях побольше, чем при первой встрече. И уже в редких случаях сазан может пойти и на третий, и на четвертый круг знакомства с неопознанным плавающим объектом. Для охоты на эту рыбу можно использовать как мощный пневмат, так и арбалет. В наше время в нашей стране линейка арбалетов представлена очень широко, и все же есть приверженцы эксклюзивного оружия. На острове Бали живет известный охотник и производитель подводных ружей Андре. По заказу из России он делает оружие для наших условий охоты. Наверное, балийский охотник даже не знает, что такое охота на сазана на Нижней Волге. Однако характеристики его конструкции выше любых похвал. Ружье изготовлено в классическом стиле от Андре. Это деревянное тиковое ружье 70-го размера. Ручка вынесена ближе к центру. Это сделано специально для охоты в тростниковых зарослях. Гарпун утяжеленный диаметром 8 мм, с двумя зацепами типа Shark Fin, которые не уменьшают прочность гарпуна. Три кольцевых тяги придают значительное ускорение гарпуну и большую убойную силу. Арбалет выполнен по традиционной технологии с открытой головой. Мощности этого оружия вполне достаточно для прицельного боя сазана с расстояния 4 метров. Даже на таких дистанциях гарпун пробивает броню сазана и часто на вылет. Наконечник у гарпуна так называемый таитянский и не имеет никаких режущих кромок. Гарпун имеет всего один, но довольно мощный флажок. Подводный охотник не стал оснащать свое ружье дополнительной катушкой, а ограничился лишь резиновым амортизатором линя. Одна из фирменных особенностей каждого арбалета – очень хорошая прочность, надежность и простота эксплуатации. Ружья крепкие, даже маленькие. При кажущейся простоте и легкости ружья оно имеет сильную поражающую способность. Этим ружьем запросто можно взять сазана на 20 килограммов. А вот в самом больше 30 килограммов надо быть осторожнее. Пробить его не составит труда, но без катушки придется туго. Так что прежде чем делать выстрел, нужно лишний раз подумать о последствиях предстоящего боя с усатым великаном. В общем, нужно не только быть всегда начеку, но и реально взвешивать свои шансы на взятие трофея после удачного выстрела.
Взятую рыбу можно повесить на кукан, а лучше, если есть поблизости лодка, отдать ее напарнику. Без рыбы на кукане будет проще плавать, да и шансов потерять трофей, когда пролезаешь сквозь густой камыш, нет. Другая тактика охоты на сазана в протоках – это залежка. Обычно при залежке на сазана, как, впрочем, и для активного поиска, в первую очередь необходимо выбрать правильное место. Пока идут поиски удобного места для засады, нередки встречи с бронзовобоким красавцем по пути. Очень хорошо, если удастся найти слияние двух проток с глубиной 3-4 метра вместе их впадения. Часто в таких местах любят собираться стаи окуней, причем некоторые из них могут активно прочесывать прилегающие акватории, а другие спокойно лежать на дне. Конечно, мордами окуни будут всегда обращены против течения. Для чего они собираются? Скорее всего, полосатые разбойники и ждут, что течение вынесет им на поживу какой-нибудь лакомый кусочек. Это может быть и малек, и личинка насекомого, или взрослое насекомое, упавшее в воду. Летом периодически происходит массовый переход насекомых из водной среды обитания в воздушную. Вот тогда-то многие рыбы пиршествуют, набивают утробу калорийным кормом. Окунь не исключение. Хотя, с другой стороны, окуни, лежащие на дне, вряд ли смогут поспеть за проплывающим мимо обедом. Полосатые лежебоки, скорее всего, просто отдыхают после дневной трапезы в струях свежей воды. Под вечер сазан активно перемещается по акватории. То ли он прогуливается после дневной трапезы, то ли меняет дневные столовые на вечерний праздничный стол. Но именно в это время особенно успешны залежки. Заходить на выбранную точку надо не вертикально вниз, а делать нырок в нескольких метрах от предполагаемого места засады. Дальше, не делая торопливых движений, идти по дну и залечь в нужном месте. При этом желательно, чтобы охотник просматривал предполагаемое пространство появления сазана снизу вверх, то есть он должен находиться ниже проплывающей рыбы. Чтобы скрыть свое местоположение, неплохо воспользоваться природными изменениями ландшафта или всевозможными укрытиями, например, корягами. Но можно просто найти углубление на дне и залечь среди водной растительности. А дальше все зависит от опыта, везения и, конечно, тренировки охотника. Если место выбрано правильно, то через минуту-полторы появится первый разведчик. С выстрелом торопиться не следует, ведь за ним может идти рыба покрупнее. Выходить с места залежки желательно также не вертикально вверх, а отплыть в сторону. Такой маневр меньше потревожит рыбу и без того перепуганную потерями в своих рядах. Сажать сазана на кукан надо через глаза. Рыба тяжелая и может порвать себя, если неправильно ее насадить. Будет очень жалко потерять драгоценный трофей, а самое главное, убитый сазан просто пропадет. Кукан с рыбой необходимо плотно прижать к себе, чтобы он не болтался на теле охотника. Иначе колючим шипом спинного плавника сазан может порвать гидрокостюм или даже нанести охотнику травму.
Через некоторое время, когда рыба успокоится после паники, поднятой на дне, можно сделать еще несколько залежек в этом же месте. Конечно, не факт, что после первого выстрела подойдет еще сазан. Но, как говорится, попытка не пытка. Чем больше неподвижно будет лежать охотник на дне, тем больше шансов увидеть проплывающую рыбу. Она может появиться с любой стороны, поэтому по возможности надо осматривать все пространство, при этом стараться не делать резких движений. Не стоит выбивать всю рыбу, которая попалась на вашем пути, если, конечно, у вас семеро по лавкам не плачут. Дайте шанс ей вырасти и возможность вывести на свет многочисленное потомство. Если думать только о сегодняшнем дне, завтра не сможет порадовать увесистыми трофеями или вообще какими-либо трофеями. Подумайте о себе и о своем подрастающем поколении, которому предстоит жить в будущем. Дельта Волги осенью по-своему прекрасна. Нет надоедливых комаров, кончилась испепеляющая все живое на земле и под водой жара. Солнце уже не поднимается так высоко над горизонтом и даже в полдень придает всему окружающему пространству приятный красноватый оттенок. Да и растущие со всех сторон камыши, тростник и немногочисленные деревья понемногу меняют свою ярко-зеленую окраску на спокойный соломенный цвет. И все же солнце здесь южное. И даже в середине октября может здорово прогреть окружающий воздух, но не воду. Вода быстро остывает за ночные часы, и даже жаркий, но короткий солнечный день не может сильно повлиять на температуру воды. Кого, а главное, где в это время на раскатах можно встретить? Вот на этот вопрос нам предстоит ответ. Половину утра первого дня на базе, как обычно, провели в сборке и подгонке как оружия, так и снаряжения. Не стали отходить от старых привычек и в качестве основного арсенала взяли арбалеты уже известного оружейника с острова Бали Андре. Только на этот раз охотники решили оснастить свои ружья катушками. Наконец-то сборы окончены, наша группа охотников отправляется на раскаты. Первый день, как всегда, будет посвящен проверке снаряжения и активному поиску рыбы. Но самое главное сейчас – найти прозрачную воду. К осени обычно уровень воды в Волге падает, соответственно, уменьшается течение и меньше выносит мути из реки. С другой стороны, прекращаются цветение воды, и она сама очищается. Казалось бы, в это время чистая вода должна быть везде. Но уже остывшей осенней воде отмирают водные растения, основные фильтрующие элементы раскатов, и вода очищается не так эффективно.
плюс ветра, меняющие каждый день свое направление, становятся сильнее и быстрее баламутят воду. Так что поиск заветной черной воды, так называют местные жители прозрачную воду, может затянуться надолго. Приемлемая прозрачность в небольшом закутке камышового поля найдена. Можно одеваться и идти в воду. Видимость оказалась довольно приличной, местами превышавшая 4 метра. Но рыбьего племени в обозримом пространстве было не так много. Это в основном мальки, да небольшие окуни. Ближе к тростнику изредка попадались щуки, маломерки, не представляющие никакого интереса для охоты. По всей раскатной части рыбаки-промысловики в изобилии расставляют свои ловушки, или, как их называют здесь, секрета. Всегда интересно посмотреть на их улов и таким образом определиться с наличием и передвижением рыбы в это время и в этом месте. Улов рыбаков оказался невелик. В основном это лещи, небольшая щука и мелкий саменок. По всей видимости, вся пойманная рыба зашла сюда в темное время суток. То есть ловить, в смысле искать рыбу, здесь не имеет смысла. Было решено перейти в другое место. Выбор пал в первую очередь на протоку Глубокая. Здесь практически всегда можно найти трофейные экземпляры. Прозрачность воды в этой протоке, соединяющей огромные поля раскатов, часто бывает отличной. Но не редкость, что в этой реке без начала и конца видимость резко падает. На этот раз чистота воды порадовала, она превышала 4 метра, для этих мест совсем неплохо. Правда, чем дальше, так сказать, от ее истока, тем видимость резко падала. Протяженность протоки Глубокой со всеми притоками составляет почти 10 километров. Здесь много интересных мест, как в самом начале протоки, так и по всей ее протяженности. Названа она так за то, что в некоторых местах глубина составляет около 8 метров. Но в основном ее глубина равна 4-5 метрам. Протока Глубокая, как и большинство проток в дельте Волги, в поперечном сечении имеет ваннообразное русло. То есть глубина начинается прямо от берега, уходя практически вертикально вниз. Около дна береговая бровка резко переходит почти в ровную поверхность. И идет так до другого берега. А значит, на самом дне, если нет коряг или других изменений рельефа, искать рыбу не имеет смысла. Основные закоряженные места расположены вдоль берега. Правда, большинство из них сверху даже не видно.
Мало того, их местоположение меняется каждый год. Так что запомнившиеся по прошлым приездам шикарные, наполненные рыбой коршины на следующий сезон могут иметь совсем непривлекательный вид или отсутствовать вовсе. Проплыв почти половину протоки глубокой, охотники, кроме мелких щук на мелководье, в зарослях водорослей ничего не обнаружили. Хотя коряги имели очень заманчивый и перспективный вид, но там никто не жил. Не помогли ни засады, ни активные поиски пропавшей рыбы. Но рыба ведь где-то должна быть. Не может, чтобы она ушла на зимовку в ямы в основные банки. Вода еще не остыла до таких критических температур. Осенний день короток, надо отправляться на базу и подводить итоги прошедшего дня. Утро дает не только хорошее настроение, но и надежду на встречу с трофейными экземплярами. Вечером на коллективном совещании была выдвинута теория по поводу нахождения рыбного племени. Посмотрим, что из этого получится. Сначала охотники нашли подходящую колку, так местные жители называют скопление тростника или камыша, которую образуют этакие причудливые клумбы на раскатной части Волги. А дальше надо определиться, кто куда плывет и как потом его искать. Критерии оценки колки были таковы. Первое – это, конечно, приемлемая прозрачность воды. И второе, пожалуй, самое главное – нужно, чтобы колка состояла из тростника, местное название которому – чакан, а в простонародье который зовется камыш. Именно чакан предпочитает для своих убежищ всевозможные рыбеха. Считается, что сазан очень любит поедать молодые побеги этого растения. Правда, осенью их давно уже нет. Стебли тростника чакана мягкие и не создают сильного шума при ветре, тогда как камыш при малейшем дуновении изрядно шумит. Это как в песне говорится. Видимо, такой аккомпанемент рыбам не по вкусу. Пролезть в густые заросли оказалось не так просто. Но буквально через несколько минут появились первые хорошие известия – рыба есть. Правда, в основном это карась. Но если есть карась, то рядом обязательно должен быть сазан. Некоторые колки были буквально напичканы карасем, а в некоторых их не было совсем. Причем зарыбленный и пустой остров тростника могли находиться буквально в нескольких метрах друг от друга. Какова логика заселения их рыбьим племенем, можно только догадываться. Скорее всего, стая карасей, нагулявшись за утреннюю зорьку, всем семейством облюбовали только один чакан, тогда как в другой просто было некому заходить. Плыть, точнее пробираться через заросли тростника довольно проблематично.
охотник прикладывает много сил, чтобы пройти небольшое расстояние, и при этом создает много шума. Но рыба, стоящая в зарослях, пугается значительно меньше, чем на открытом пространстве. Хотя от прокладывающего путь в тростник охотника караси улепетывают в рассыпную. Наконец-то вышел первый сазан. Точный выстрел, и рыба на гарпуне. Сложность охоты в густых зарослях – это в первую очередь невозможность повернуть ружье в нужном направлении, как это можно было бы сделать на открытой воде. Сазан может появиться с любой стороны и подойти практически в упор, пристально разглядывая охотника. Но одно неосторожное движение, и рыба срывается с места. Еще одной трудностью в такой охоте – это определение направления движения. Ведь забравшись в самую гущу тростника, теряются стандартные ориентиры, а подняться над зарослями просто невозможно. При этом охотник никогда не плывет в одном направлении, а меняет свое движение в соответствии со сложившейся обстановкой. Например, впереди совсем непроходимая чаща, а сбоку небольшая полянка. Конечно, лучше пойти туда. Ведь здесь не только проще плыть, обзор увеличивается в разы, и на самой окраине можно подождать выхода рыбы. Плавая такими зигзагами, надо быть осторожным вдвойне. Во-первых, в ограниченной видимости можно столкнуться со своим товарищем. А во-вторых, в азарте охоты легко потерять ориентиры и направление выхода из тростниковой чащи. Хорошо, если рядом есть лодка и можно выйти на слух в ее направлении, ведь такие заросли могут тянуться на многие километры, а вернуться по своему следу обратно, в принципе, невозможно. Пока одни охотники прочесывали чащу, буквально на границе открытой воды и заросли одному из подводных охотников удалось найти и взять сама. Второй день принес неплохие результаты. Вечером было решено разнообразить свое меню и приготовить добытые трофеи на открытом огне.
Твердой земли в районе раскатов не так много, а удобного места для пикников и того меньше. Все же удалось найти совсем рядом с базой удобную полянку для вечернего отдыха. Такое, казалось бы, простое в приготовлении блюдо, как уха, имеет сотни разных рецептов, и здесь могут столкнуться в ожесточенном споре приверженцы разных толкований самого понятия «как уха» или «рыбный суп». Но не будем полемизировать на эту тему, потому как классическая астраханская уха – это вообще отдельный продукт в рыбной кулинарии. Сюда пойдут все виды рыб и практически все их части. Можно было бы назвать это блюдо «мультирыбная сборная уха». Здесь не принято сначала делать юшку, а потом в этом бульоне варить остальные ингредиенты. В астраханском рецепте все основные части кладутся вместе и варятся одновременно. Обязательный компонент сего продукта – помидор. И еще одно отличие от классического приготовления – это подача готового продукта на стол. В тарелке разливают лишь бульон, а всю рыбу из ухи выкладывают отдельно на стол на большом подносе. Пока готовится уха, Олег Гаврилин решил сделать шашлык из добытых подводными охотниками сазана и сама. Просто у нас, у подводных охотников, какая концепция? Ты все-таки убиваешь живых существ. Делать это ради какого-то фана, куража и там тщеславия нехорошо. Поэтому ты, если что-то добыл, ты должен это съесть обязательно. Вот поэтому приходится как бы и научаться готовить. Собственно говоря, интересуюсь рецептами всякими разными. Один из простых способов маринада в его исполнении выглядит следующим образом. Килограммов 5-6 разделенных порцион на сазана и сама надо залить соком одного или двух лимонов. Причем корки выжатого лимона можно порезать и оставить в рыбе. Они придадут маринаду своеобразный привкус. Дальше нужно порезать 4 головки лука. А теперь можно посолить и поперчить по вкусу. На такое количество рыбы потребуется примерно 3-4 столовых ложки соли. Если есть возможность, то можно добавить полстакана оливкового масла. Оно придаст шашлыку сочность и создаст красивую ароматную корочку. Ну а теперь все перемешать и подождать полчаса, пока рыба пропитается маринадом. Сейчас самое время отведать астраханского рыбного блюда. А теперь заключительная фаза в приготовлении рыбного шашлыка. Его нужно запечь на углях. Для этого можно воспользоваться как шампурами, так и специальной решеткой для барбекю. Последнее для прожарки рыбы все же удобнее. При раскладке рыбы на решетку надо следить, чтобы куски не прилегали плотно друг к другу и смогли нормально пропечься. И обязательно надо разные виды рыбы разложить на разные решетки. Время их приготовления может сильно отличаться. Осталось только поддерживать нужный жар на углях и вовремя переворачивать шашлык, чтобы он равномерно пропекся со всех сторон.
И самое главное, чтобы шашлык не был сырым внутри. Нельзя употреблять в пищу полусырую астраханскую рыбу, да и вообще всю пресноводную. Иначе есть риск заражения всевозможными паразитами, которые в массе живут в наших пресноводных рыбах. И вот... В принципе, мы уже практически подходим к состоянию готовности, потому что сом более нежно имеет мясо, поэтому он будет готов раньше. Сазан чуть-чуть погрубее, как бы, более гемоглобиновый, поэтому, наверное, попозже мы его снимем. Мама дорогая, как горячо-то. Так, вот, поэтому сама сейчас я переворачиваю крайний раз, чтобы не говорить последний. И через минуту можно будет его сервировать уже вовсю. Буквально через несколько минут роскошное блюдо можно подавать на стол. Солнце, приближаясь к горизонту, ускоряет свой бег. Быстро пролетает осенний день, а вместе с ним и наше время пребывания на Нижней Волге.